Здравствуйте, друзья! Хотел вам рассказать, как я хитростью ускорил время, необходимое для того, чтобы сдать анализ крови. Видите, вот меня тут прилепили на руку. Значит, человек периодически сдает кровь. Вот начнем с этого. На анализ. Я это делаю раз в 3 месяца, поскольку раз в 3 месяца надо пойти к врачу. Соответственно, за недельку там идешь, сдаешь кровь. И тут замечаю я, что то место, где я обычно сдаю кровь, а я сдаю в очень удобном месте, потому что это близко к дому, раз, по дороге на работу, два, и в том же здании, где мой врач находится, три, то есть передача результатов теста как бы врачу осуществляется надежно. То есть не то чтобы пропадает, но знаете, как бывает, что приходишь к врачу, результатов нет, он идет куда-то там, звонит, ему по факсу тут же отправляют, какая-то такая процедура возникает ненужная. Поэтому я так, в общем, хожу там, сдаю кровь. Страховку берут. Не каждое место берет каждую страховку, но вот в данном случае они еще и нашу страховку берут. В общем, все хорошо. И смотрю я, ну раньше вот так придешь, ну посидишь там полчасика, там какое-то количество народу. Работает один человек, так он неспешненько работает. Он же тебя зарегистрирует, он же там копеймент там с тебя возьмет, там бумажки скопирует. Ну, в общем, что надо, то и сделает. А тут я смотрю, время, необходимое на процесс, стало увеличиваться. И так уже был случай, я там полтора часа просидел, и я думаю, так жить вообще нельзя. Может, надо искать какое-то другое место для этого дела. Но тут я заметил, что некоторые люди, которые приходят, они как-то, что называется, мимо рыла. То есть без очереди проскакивают. Как-то так пришел, так раз. И я, значит, полюбопытствовал, говорю, а что это, говорю, вот одни тут по два часа сидят, а другие так раз и сразу. И мне работница говорит, ну, у нас вот есть веб-сайт, говорит она, и там показывает пальцем куда-то в потолок, там действительно плакатик висит. И если вот appointment назначить там, вот по сайту, то, соответственно, мы его обрабатываем, а все остальные, они как бы в живой очереди. То есть выгоды оказались в живой очереди. Я думаю, эко, понимаешь, фишка завелась у людей. Ну, думаю, надо в следующий раз не забыть. И вот пару дней назад жене говорю, давай, говорю, вот у них такой-то веб-сайт, назначь мне там appointment. Оказалось, что не так просто назначить. Я бы, конечно, раньше пошел, вот у меня к 10 утра сегодня было. Я бы, конечно, там, может, на 9.30 бы пошел, или даже на 9, но не было раньше. На 2 дня вперед, значит, назначили мне на 10, и я пришел. И мысль у меня была такая, и сколько ж это займет времени. Я хочу сказать, что там присутствовало человека 4. Это там сидели люди. То есть, с учетом того, что если там просидеть еще час, может быть, там еще 5-6 просто по аппоинтментам подойдут, я не знаю. Но, в общем, сидело 4 человека, и меня обработали в течение, наверное, минут 3 или 4. То есть, вот я зарегистрировался в журнале, зашел, записался, значит, сказал, у меня аппоинтмент, чтобы люди знали, мало ли чего. Вот. И меня позвали вот буквально... Да, минутки 3-4 прошло, вместе с тем, что у меня и кровь тоже за это время взяли. То есть взяли кровь мгновенно, и как-то я под впечатление думаю, надо же, вот никогда еще так быстро со мной это не происходило. И думаю, а что если бы не интернет, друзья? Что если бы вот, понимаешь, не применять вот такие, хочется сказать, хитрости? Почему хитрости? Потому что не все в курсе. Или, может, только я не в курсе, думаю, что все не в курсе, я даже не знаю. Но, в общем, такая вот ерунда получилась. Хозяйки на заметку, что называется. Счастливо!